команду «Луч» берут всех, вне зависимости от футбольных умений и навыков. Главное здесь принимать жизненную позицию коллектива. Возрастной состав самый разнообразный. Младшему игроку 15 лет. Очень важно, говорит капитан команды Александр Лихачевский, что сельская молодежь не слоняется без дела по улицам и предпочитает здоровый образ жизни. Да и старшему поколению тренировки и матчи придают особый жизненный тонус и оптимизм. Парни-любители, многие заняты своими семейными проблемами в основном. Чем так вот они, и то им огромное спасибо, они поддерживают меня, как бы в том числе, поддерживают, дают пример подрастающему поколению, которые как бы им надо смотреть, чтобы они к чему-то тянулись, положительному. У молодых шансов в игре больше, но старая школа тоже имеет свои преимущества, и матчи получаются боевыми и зрелищными. «Луч» участвует в матчах среди анапских команд, таких как «Ника», «Олимп», «Понтас». Огромную помощь футболистам оказывает депутат Гастагаевского сельского округа. Демурчев Геннадий Семенович уже на протяжении нескольких лет, четырех, он оказывает посильную спонсорскую помощь. Покупает комплект формы, мячи, сетки. Ну, с любым вопросом, который возможен, в чем он может помогать, он обязательно откликается и помогает. Также футбольная команда благодарна администрации Гастагаевского сельского округа за установку на поле фонарей и ремонт трибуны. Так что, если кто-то захочет присоединиться, условия для занятий и проведения матча здесь отличные.